Зимний мяч стал уже традиционным турниром и в этом году сменил место проведения. Вместо «Зеленого острова» чемпионат Уссурийска по мини-футболу принял стадион ТМК. В первой лиге участвуют 10 команд, они играют по 2 круга. Здесь по второй группе играет 18 команд. И в третьей, они закончили вчера, играет 16 команд. Первая лига объединила опытных игроков. И тут победу обеспечили себе футболисты «Динамо». А прошлогодние лидеры «Восход-1» поборются за второе место с «Восходом-2». Кроме того, из второй в первую лигу перешли «Суворовцы». Мы уже 3 года, вот мы поднялись в первую лигу с третьей, выиграли третью, потом выиграли вторую, и вот вышли в этом году. Наша главная цель – закрепиться в первой лиге, ну а там уже будет видно на следующий год. Во второй лиге ситуация сложилась неоднозначная. Команды «Воздвиженки», «Михайловки» и «Фреша» идут с равными очками, и им только предстоит разыграть места на пьедестале. Третья лига уже закончила матчи, и футболисты села Покровки сменили на посту победителя прошлогоднего чемпионата команду «Самбери». А второе и третье место заняли «Сахпоселок» и «Автомобильный технический колледж» соответственно. Екатерина Воронина, Антон Войцеховский, «Телемикс».